Про Леню Сергееву есть такая история шикарная. Я расскажу вам про Белочку. Разговор зашел. Приехал Леня Сергеев в Филадельфию выступать со своим, значит, верным музыкантом Женей Быковым. Вот и остановились у друзей, у, значит, у музыканта в квартире. И очень друг другу радовались всю ночь. Вот на утро проснулись очень небодрые такие. И вот, значит, смотрят Леня на улицу, а сзади Ирина, значит, жена там, музыканта, что-то режет. Значит, он говорит. И вдруг, значит, Леня видит, по улице идет казак. Настоящий, значит, шашкой такой, значит, со всеми вот этими. Идет казак. И Леня говорит: Ирочка, тут к нам, по-моему, Белочка пришла. А Ирочка, значит, спиной вот к нему, может, что-то режет. Ой, знаешь, у нас тут столько всяких животных в Америке. И олени есть, и всякие на опоссумы, значит, еноты приходят. И в это время к казаку подходит поп, значит, настоящий, наш такой, русский, с крестом, значит, он подходит. И Леня говорит: а вот и енот. Так, придет ко мне погибель, засмеется, как дитя, а я-то в розовом прикиде. Ой, как шепнет-то мне на ушко, вся как облачко бела. Что допрыгалась по дорожкам? А я взяла, да и пришла. Ой, как была бы я лисичка, я бы бросилась бежать. А так простая истеричка. Буду мертвая лежать.